Всем привет! С вами Даркмун, и я являюсь частью команды Mobile Legends Contact. Как вы знаете, вот-вот скоро выйдет новое обновление, 88-е. Одна из особенностей — это регулировка баланса. Начальная атака героев класса маг поднята на 5 очков, прирост атаки поднялся на 0.5. Урезали очень сильно первый скилл Наны. У бумеранга теперь уменьшен радиус и снижена скорость полета. Ранка исправилась ошибка, когда отображались анимации старой модели. Железный крюк. Исправлена ошибка, когда длина крюка не соответствовала радиусу прицеливания. И еще разработчики очень сильно нас порадуют новым мероприятием, называющим «Магическое колесо», где вы найдете уникальные скиллы боевого опыта и эмблем. Вращайте колесо! Когда ваша магическая точка заполнена, вы должны получить магический кристалл. Когда вы получите магический кристалл, ваши магические очки будут сброшены. После получения магических кристаллов вы можете получить скин Сабера. Кодовое имя Шторм. Не, ну серьезно, ребята, скин реально шикарен. Он мне напоминает старое, давно забытое аниме, как Евангелион. Еще немножечко изменился баланс заклинаний. Скорректировано массовое лечение от 2 до 4 и 8. Еще больше улучшили навык Железная Стена. В игровом процессе теперь догнать по опыту противника выше вас намного сложнее. Скорость выравнивания героя будет немного медленнее, чем раньше. И теперь пушка, замыкающая строй миньонов, обеспечивает больше опыта. Также, самое главное, сила атаки башни уменьшена на 10%. В системе настройки добавлен звуковой звучок, который, чтобы услышать или посмотреть, то включил голосовой чат. Ну, наконец-то! На этом все. С вами был Даркмун и вся ваша любимая команда Mobile Legends ВКонтакте. До скорого!